Россия нужна Китаю. Китаю вообще никто не нужен. Китай сам по себе был, есть и будет. И они всегда будут выбирать любые способы, чтобы было хорошо только Китаю. Поэтому надежда на то, что Китай нас примет в объятия, ну, если примет, так задушит. Вот. А надеяться на то, что он искренне будет помогать России, у меня лично такой надежды нет и никогда не было. Я с китайцами имел дело, я знаком с ними, ездили мы туда на гастроли, и общались с деловыми кругами. Нет, китайцы народ крайне тяжелый. Ментально мы Америке ближе. Мы все-таки европейцы. И Европе ближе, и Америке ближе. От Китая мы уж слишком далеко по менталитету. Понятно.